Что касается осетинской стороны, речь шла об этнических чистках грузинских сел на территории Осетии. Эта ситуация несколько более специфическая, потому что хотя мы не используем сам термин «этническая чистка», поскольку это не является термином правовым, но мы говорим о преследовании гражданского населения по этническому признаку. И там действительно то, что мы видели в этих грузинских деревнях своими глазами, и то, что сейчас подтверждают фотографии, спутниковые фотографии, действительно, от этих сел мало что осталось. Там не осталось жителей, деревни практически полностью сожжены, и все, что можно было там разграбить, разграблено. Когда мы сопоставляем эти факты с тем, что нам говорили некоторые члены осетинских добровольческих сил, с которыми нам удалось побеседовать, мы понимаем, что там речь действительно шла о целенаправленном изгнании грузин из этих сел. Осетинские добровольцы говорили совершенно откровенно, что деревни сжигаются для того, чтобы грузины не могли туда вернуться, и для того, чтобы, цитирую, на территории Осетии больше не было грузинских анклавов. Схож ли чем-то был характер разрушений осетинских сел, о котором вы упомянули вокруг Тинвала, да, которые были в период военных действий? Там намерения были другие, специфика была другая. То, что произошло, ну, по крайней мере, вот если взять, для примера, селение Хитагурова, которое находится примерно в 5-6 километрах от Синвали, оно было подвергнуто обстрелу. На этот момент большая часть мирных жителей действительно из деревни убежали, а также убежали осетинские добровольцы, которые засели в соседних лесах. Потом в деревню вошли танки и пехота. И когда они вошли в деревню, то действительно, это можно видеть невооруженным глазом, они обстреливали дома, ну, стреляли по заборам, по воротам из автоматического оружия. В результате этого, по крайней мере, один человек погиб. Но когда мы разговаривали с людьми о том, что происходило, когда грузинская армия входила в дома, то, в общем, они не жаловались на какие-то факты жестокого обращения со стороны грузинских военнослужащих. Грузинские военнослужащие искали членов добровольческой армии осетинской, искали оружие, искали формы. Но жалоб на избиения или какие-то другие нарушения, по крайней мере, со стороны тех жителей, с которыми мы говорили, не было. Действительно, грузинские военнослужащие увезли из деревни, ну, то, что там называется заложниками, а на самом деле, пожалуй, две разные группы людей. Одни из них были просто военнопленными, которые сейчас подлежат обмену. Другие, примерно 7 человек, причем двоих женщин, увезли в непонятном статусе. Но, впрочем, на тот момент, когда мы там были, а это было, наверное, 14 или 15 августа, военнопленные оставались в Грузии, а эти люди были освобождены в Тбилиси, насколько я понимаю, в тот же день или на следующий день после их задержания. Такие факты действительно были, но, еще раз, эти деревни не сожжены и не разграблены. По крайней мере, вот в деревне Хитагурова жалоб на то, что грузинские военнослужащие грабили дома, не было. Понятно, что потери жизни, и жертвы жизни мирного населения – это всегда трагедия и в некоторых случаях преступление. Но, опять же, мне кажется, что с цифрами здесь нужно быть очень и очень аккуратным.